5 и 6 июня набережная Степана Разина в Твери станет большой пешеходной площадкой для общегородского спортивного фестиваля «Движение». С 10 утра и до половины 8 вечера жителей и гостей города ждут бесплатные спортивные занятия, мастер-классы, ярмарка и зона стрит-фуд. Разминку для тверичан проведут опытные тренеры. Далее пройдут занятия по йоге и пилатесу. Для детей по спортивным танцам, армрестлингу и боевым искусствам. Ко всему прочему, специалисты расскажут гостям фестиваля о здоровом питании. С подробной программой можно ознакомиться на страницах в социальных сетях Агентства социально-экономического развития. На площадке непосредственно около кинотеатра «Звезды» будет расположена фуд-зона, где после прогулки, после спортивных мероприятий можно прийти, перекусить, попить прохладительных напитков, чай, кофе, пожалуйста. Плюс к этому будут представлены тверские товаропроизводители, фермеры, где можно будет купить продукцию этих товаропроизводителей, плюс сувенирная продукция, плюс товары, сделанные своими руками.